Наши продукты с точки зрения медицины качественные или нет? В основном да. Я вам объясню, почему. Потому что, когда продукт некачественный, то укакивается огромное количество людей. И это сразу видно. Вот и все. И опять-таки, когда мы едим продукты здесь, боже, за те деньги, которые можно вкусно поесть в нашем ресторане, там можно попить кофе с круассаном. Извините, просто это уж точно. Вот сейчас люди поедут в Европу и поймут, что тут вкуснее. Что создать кайф для жизни здесь намного комфортнее, намного круче. Намного, чем равняться на тех людей, у которых помидоры синтетические.